Я скоро убегу. Куда? В прачечную. О чем ты, с ума сошел? Какая прачечная? Брат, у нас нет, как у тебя мамы Хаджир, которая моет и гладит наши вещи. Отдадим грязную одежду Эйкю. Хорошо, я тоже пойду с тобой. Нет, ты не иди, я пойду один. Пойду, друг, поговорим, когда будешь ждать. Не хочу с тобой разговаривать, не ходи, пойду один. Аллах, Аллах, я сказал, что пойду, хватит. Джандан придет. Что? Друг, вы с Джандан встречаетесь в прачечной? Какая встреча? Мы постираем вещи. Ух ты, друг, как же это романтично. Друг, вы вместе сортируете белое и цветное, или как? Угур, ради бога, помолчи. Дай адрес прачечной, если через два дня там будут девушки, то я тоже приду. Очень смешно. Хорошо. Я тогда побежал. Давай. Алло. Увидимся. От организации? Да, я должен был дать вам адрес. Не обижайтесь. Как? Завтра вы придете на проверку? Конечно, конечно, секунду. Дай адрес своего дома. Не неси чушь, наш дом нельзя. Говорю, дай адрес своего дома. Нельзя, говорю, можно. Сейчас скажу, записывайте. Что я скажу? Дай. Улица Гундукдул 2. Улица Гундукдул 2. Бейкос. Бейкос. Стамбул. Турция. Да, да, хорошо. Жду вас завтра. Хорошего дня. Друг, я использую твой дом, у меня нет другого выбора. Друг, ты с ума сошел, что мы скажем маме Хаджир? Она думает, что Эйкю твоя племянница. Точно. Я что ли должен обо всем думать? Позаботься об этом сам. Как хорошо. Ой. Госпожа Джандан, не обижайтесь, я пошел в пансион и собрал вещи. Не проблема, я бросила свои, они стираются. Кажется, это пустая, используйте ее, если хотите. Хорошо, я сейчас. Боже, как их много. Да. Порошок здесь. Добавим еще смягчитель. Да, смягчитель. Добавим. Стирка. Да, супер, отлично. Ну вот. Тогда подождем. Да, подождем. Вы. Нет, вы говорите, я молчу. Ладно. А как у вас дела с Ойки? Да, в порядке, она очень сильно разозлила меня, но сейчас все хорошо. Но, господин Демир, вы так правы в том, что злитесь. То есть наша девочка немного непослушная, хотя я сильно заставляю кричать, но согласен и на это. На вашем месте я тоже сильно разозлилась бы. Упаси Аллах, если бы с Ойки что-то случилось. Расплата за такие вещи очень тяжелая. Госпожа Джандан, я вчера в пансионат приезжал ваш брат. Он мне не говорил об этом. Вы с Ойкю уснули. Мы с ним поговорили немного внизу. Я на самом деле прошу прощения. У
он рассказывал о том, что вы пережили, я на самом деле прошу прощения. Мне очень жаль. Хорошо, что починили. Хорошо, что пришли ко мне. Вы... То есть... Вы с Койки очень ценны для меня. Вы вытащили меня из прошлого. И привели к этому дню, этому моменту. Благодаря вам я чувствую себя настолько прекрасно, как никогда. Спасибо. Это я вам благодарен. За вашу помощь. По сравнению с вашей помощью, что значит моя? Я велосипед поставила на склад. Но в ближайшее время хочу подарить его Ойке. Теперь пришло время собирать прекрасные моменты. Вы можете подписаться на наш канал, чтобы смотреть больше видео, включить уведомления, чтобы смотреть первыми.